Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь вот я купил вчера филе трески, сейчас ее жарю. Нарезал такими фракционными ломтиками и посыпал солью и мукой. И вот обжариваю с двух сторон. Вот, такая очень рыбка, очень вкусная. Филе трески, костей нету. Единственное, что стоимость у него более высока. Стоит 310 рублей 1 килограмм. Купил я 3 килограмма на 1000 рублей. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода».